Мы и сами себя не жалеем. Мы пред совестью нашей и пред Господом Богом чисты. Мы не верим в вранью, предавать уж давно не умеем. Мы идем сквозь молчание, и пылают за нами мосты. Сквозь молчание близких, глумление, зло и презрение. Мы свободные люди, и нас ненавидят рабы. Мы несем им надежду, мы знаем, настанет прозрение. И они станут рядом, но пока они слишком слабы. Это наша судьба, мы себе ее выбрали сами. Доносить людям правду, идти, несмотря ни на что. И порой отчаяние горло сжимает тисками. Но ведь если не сможем, ведь если не ты, тогда кто? Пусть живые запомнят, как мы мертвых своих хоронили. Как нам было непросто, как жены рыдали навзрыд. Нас не нужно жалеть, мы бы, может, давно отступили. Кабы если б не долг, да пред нашими мертвыми стыд. Нам сейчас нужно обсудить маршрут. Да. Я думаю, что нам надо левый берег делать ударение, да. Потому что, да, мы на нем сейчас один раз только через были. Площадь. На левом берегу. В северный мы хорошо окучили в прошлый раз. Через левый берег проскочили немножко. На Чернавский мост и правильно? Ну да, я думаю, что так, да. Через площадь Ленина. Ты же на левом берегу, Андрюхова, живешь, правильно? Да. На левом берегу. Вот давай твою территорию там тоже проработаем. Может, как Лехин, но в прошлый раз сегодня его нет, может, не приболел, надо позвонить. По набережной проехать. Это да. Потому что сейчас на набережной отходные. Да. По Багрес поедем на левый берег. И я думаю, сейчас по 20-летию октября можно так и идти на набережную, вот так вот съехать. Не-не-не, надо через ВГУ спуститься на набережную, проехать по набережной и через... Да мы можем по Степану Разину, в смысле, спуститься от ЮЖД. Ну да, от ЮЖД. И повернуть направо, мимо Адмиралтейской площади, на Вагресовский мост, по Вагресовскому мосту. Сегодня на Мавропробег. Воронежская. Еще наши МММщики подъезжают. Гвардейцы. Президенты нежданные, самим цвикам нам данные, заклинают с трибуны. Дескать, правда вранье. Thank you.
Привет, привет! Рашка, Европа! Наш человек сигналил прям вообще все тут целых 5 минут, пока ехал на этом джипце. Традиционная остановочка у нас здесь. Привет, привет! Едем дальше, да. Будить народ, едем дальше. Привет! Сережка отжигает там. А, это Андрюшка у нас, да, или Сережка? Андрюшка, наверное. А, не-не-не, Сережка. Похожие машинки. Не 3-4, как думают в Государственной Думе. 20 с лишним миллионов вкладчиков. Привет. Прирост в миллион в неделю. Она расплачивается именно наравне с долларами. Многие предприятия выплачивают ими зарплату. Через полгода. Нет, раньше. Билеты МММ автоматически станут доминирующей валютой этой страны. Необходимо начать массированную реализацию акций МММ на Западе. Пример фантастического успеха здесь, в России. Привет. И агрессивная, круглосуточная, правильно выстроенная рекламная кампания, и сотни миллиардов долларов вольются в нашу экономику.
неограниченные возможности поучаствовать в приватизации наших огромных природных богатств, земли, научной и космической технологии. Вкладчики по всему миру превратят МММ в крупнейший аккумулятор денег. Я повторяю, в крупнейший за всю историю человечества финансовый фонд. Государство получит огромные деньги. Огромные. В считанные месяцы вы забудете и о дефиците бюджета, о невыплатах пенсионерам и так далее. Зачем качать нефть, если можно качать деньги? Мамонтовка станет альтернативой доллару, новой мировой валютой. А Россия станет не менее мощной сверхдержавой, чем США. Не за счет военной силы. Смешно в 21 веке воевать в кирзовых сапогах, а за счет финансовой мощи. Социализм в прошлом. Капитализм еще не наступил. У России есть уникальный шанс превратиться из сырьевого придатка Запада в финансовый мировой центр. Мне от вас нужно только одно. Скоро будет машин все больше и больше в Воронеже. И тут МММ. Вперед, МММ! Можем многое! Мы меняем мир! Финансовый апокалипсис неизбежен! Вперед, МММ!